Друзья, рады приветствовать вас на наших страницах. Представляем нашу информацию. День Конституции Российской Федерации является одним из самых значимых государственных праздников России. С 1994 года День Конституции России начали отмечать 12 декабря. Действующая Конституция предоставила нам права на свободу слова, политический выбор, общечеловеческие ценности, без которых немыслима жизнь народа. К этой дате в нашей библиотеке на юношеском абонементе оформлена книжная выставка «Имею право», где читатели смогут ознакомиться с разделами и главами Конституции, Конвенции о правах ребенка, Декларации прав человека, а также детский проект Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других» и иной тематической литературой.